Всех приветствую. Погода сейчас прекрасная на улице. Осень, но уже, конечно, кончается. Но еще пока золотая. Приехали в лесочек в Подмосковье. Были мы здесь. Ну, чуть-чуть другое место этого леса пробьем. Это где мы золотую ромашку нашли. Там на канале где-то есть видос. Вот, и Димка гривенник здесь поднял эту. Пятаки екатеринские, две штуки из одной ямки. Короче, интересный лесок. Решили его еще побить, но поконкретнее уже с навигатором поискать точные дороги. Потому что мы где-то на обочине этих дорог эти находки все находили. То есть нужно поподробнее все сейчас проверить. Ходили мы здесь, кстати говоря, по зиме, по снегу. Вот, а сейчас снега нет. Кстати, ехали на полях, сегодня снег выпал первый. У нас 26-27 октября, по-моему, сейчас на дворе. Вот. Ну, короче, красота. Погода отличная. 0 градусов. Пойдемте в лес. Вот, друзья, зашли в лес. Мы здесь, я как и говорил, были по сугробам. Смотрите, как в ельнике красота. Но это посадочка. Ну, кстати, самая фишка, что дорога старая шла. Старая именно. Как раз на месте посередке вот этой посадки где-то. Дальше надо будет сейчас поискать. Хотя найти это как бы визуально вряд ли ее получится, потому что в советское время это уже высаживали и как бы все передолбашили. Куда? И потом идем вот так. Правее сколько метров? Ну, метров 100. Ага, и по-моему левее. А? И потом налево. Потом идем сюда. Ну, понятно. Ну, вот такая красота. Ну, понятно. Сашка, как всегда у нас, главный разведчик. Первым сигналом. Ходить может, часы нашел. Здесь вообще необычный. В прошлый раз Димыч первым сигналом ромашку это нашел. Ты сейчас часы. Я же... А мне-то никуда. А мне куда? Че, сигнал? Да нет. Чернина. Что-то поверхность. Какая шняга. Еще одни часы. Ага. Пачка, да? Так, ладно. Так, первые сигналы пошли. У Сани советик. У меня две ходячки. Два по 50. Годик-то какой? 78. Ага. Пойдет. Так. Пока советики идут. Поздний. 10 копеек 80. Не пойму. Первый, что ли. Вот и идем в том направлении. Здесь где-то она и была, эта дорога. Пока советики. Здесь чуть пораньше. 2 копеечки. 50-й, что ли, год. Ну да, суть по гербу. Пойдет. Вот так вот дороги выглядят. Вот видите, идет прям провалы. Сигнал, да, конинка. Ребят куда-то потерялись. Сейчас будем искать. Надо вот здесь крутиться. Да. И красный кирпич кругом. Вот откуда вот он тут? Ну, скорее всего, могли яму присыпать. Потому что вон он. Такая красота. Красота! Ой. Так, дорогу отчетливо видно. Вот здесь на протяжении всего идет прям слой кирпича красного. Видать, ее отсыпали в свое время. И вот среди этого кирпича... Синюю. Ага. Деньга. Ну, видно, видно. Вот. Синеву отдает. Сейчас попробую показать. Видно? О, видно прям по бокам. Ой, блин. Особенно. Прикольно. Вот здесь вот хорошо видно. Ну, да, да, да. Ты коцнул ее лопатой. Лопатой пригрел? Ну, вроде не сильно. Прямо вот из-под кирпича. Так, ребята нашлись, догнали. Набрали гильз. Разного калибра. Разного калибра. И капусту. Вот такая красотень. Вон, видите, сколько кирпича? Здесь прям отсыпана дорога им. И из-под кирпича монитос. Вот сейчас здесь покрытие.
Прям какой-то лес мухоморов. Лес мухоморов, говорю. А эти сколько? Прикольные такие. Чего вот белых-то нету? Не мухомор. Мухомор, что ли, пожарить, сожрать? Да нет, вот двое нахуй клюрис. Они третьего, наверное. Все, убежали. Короче, из леса переехали, тут нас лесок что-то сегодня не особо порадовал. Приехали на такой покос. Все уронили. Как всегда. Где-то был сигнал. Пробка, наверное. Блин. А свистит-то как? Сейчас пином найдем. Глубже. Есть. О. Вот так, если что, глубина. Ой, убитая какая. Ну вот какой-то кокалик. Ладно, пойдет. На безрыбье и рыбы. Рыбой. Здоровая пуля. Пуля? Хрена себе, это чего? Посмотрим. Будни копыри. С черным наконечником. Ёпа-мать. Я даже не знаю, от чего это. Как бронебойная, что ли? Хер знает. Как бы его еще видеть? Я не вижу. Вижу. Полетел. Что за самолет, интересно? Время неумолимо кончается. Смотрите, какой в поле штуку нашли. Просто шикарный. Не то, что обхватить. Ладошка моя. В сравнении с ним он огромный. И здесь по картам где-то была дорога. Вот так. Мог ведь дуб расти на дороге? Мог. Ну тут, конечно, свалка. А здесь вот уже посадка идет. Здесь, естественно, мы копать не будем. Здесь сейчас возле вот этом островке попробуем приборчиком. Ну я думаю, что здесь вот. Куда вы столько приборов-то прете? Фотографировал. Ой. Сейчас он туда, в лесок попробуем еще слазить. Пару часов есть. Отошли от дуба, от красавчика. Роем траншеи при входе в лес. Примерно вот такого размера. Трояк. Убитый. А у тебя что? Ого. У меня трешечка. Год непонятен. Сейчас вон туда зайдем, еще походим.
Здесь лазим, здесь тут лесозаготовки, что ли, какие-то частные. Может, не частные. Это наш карамочник. Прикольно. Что-то мы, по-моему, нашли какую-то дорогу. Сейчас я к вам приду. Правда, не знаю, что. И будем смотреть. Деньга, наверное. Что говоришь? Фиг знает. Сложно сказать. Или Николах расплющенный. Ух ты, грибок. Ты все грибов хотел. Пойдет. Да, очень похоже. О, полетел. Разлетались к дождю. Где сюда? Где Любка-то? Там где-то. Так, здесь где-то одна была, да? Вот. А вот ямка закопанная. А вот вторая. Они какие-то расплющенные. Такое ощущение. Что это хоть за монета? Непонятно. Даже на камеру я не могу сказать. Кружочки. Но они расплющены. Такое ощущение. Чешуя. Ага. Немерено. Народ, у нас перл вообще. Подошли уже к машине. Вот здесь трешку снимал. Вот от дуба. Уже все, иду чуть ли не последним сигналом. Бабах. Портретник какой-то. Затертый, конечно, к сожалению. Тяжеленький. Орел когда-то был. Да. То ли Катя, то ли Лиза. Блин, прям возле машины. О, руки в боки. Охренеть. Сам собирает. Че, в навозе, блин? Такой запашан, запахан. Прикольно. На фоне дуба снимаем отчетик. А, часики, да, компас еще где-то болтается. Ну вот так сегодня мы походили немножко. Ну вот это, конечно, перл. Прям возле машины. Хорошо, прибор хоть не выключили. Екатерина. И Петр. О, еще двоечка. Вот как-то так подмосковные радуют. Леса нас. А, ну и куча гильз. Дай. Всяких разных разнообразных. Пуль. Всякой хрени. Пуговки. Сломанные. Ну да. Вот так походили. Спасибо, что с нами гуляете. Всем пока.